Так, дубль второй, 10 августа 2020 год, Харьков, 20:26 по Киеву. Сатурн прямо-таки с вертикальным взлетом поднимается над горизонтом. 1 354 000 000 километров до него. Попытался в предыдущем дубле с Юпитером его снять, но облачка нам помешали. Юпитер как-то снял, а вот Сатурн не получилось. Ну, тут очень хорошо все. Четко видно Сатурн. Четко видно, что он вертикально буквально поднимается. 45 градусов наклон этого эллипса 100%. Что, посмотрим теперь на спутнички Юпитера, мои вы красавцы. Да, вся идея, я в предыдущем дубле говорил, показать, что все это снято днем. Ну, днем, вечером, при свете сумеречном. И как великолепно видно. Сейчас я еще при еще более низких настройках светочувствительности поснимаю. Может, там полосы Юпитера вообще будут знатно видны. А пока посмотрим на спутники. Дело в том, что когда светочувствительность фотоаппарата так настроена, это Nikon Coolpix P1000. Сразу тем, кто еще не задавал вопрос, что это за телескоп, отвечаю, что это не телескоп, это фотоаппарат с несменным объективом, ультразум так называемый. Опа, вот это у нас Ганимед. Вот я его даже на маленьком экранчике сейчас вижу. Ганимед — это крупнейший из 64 спутников Юпитера, он размером, между прочим, с Марс. Я тоже в предыдущем дубле говорил об этом, но лишним повторить не буду. Да, Ио вот сейчас уже спряталась то ли за Марсом, то ли перед Марсом. В окуляр я вижу полосы на Юпитере, но, к сожалению, чем темнее становится, тем контрастность больше. И Юпитер превращается в сияющую блямбу. Это не ругательное слово. Слева от Юпитера, значит, у нас Ио. Отставить его. Его спряталось, я только что озвучил. Европа и Каллисто еще левее. В общем, только я приехал со смены, благо сегодня раньше закончилось все. И думаю, ну надо же использовать такой случай. Хотя дымка у нас есть, и тучи у нас есть полноценные, но все-таки как же эту красоту прозевать? А? Да, сейчас другими настройками светочувствительности поснимаю. Красота. Сейчас резко все буду баловаться. Наслаждаемся. Ах ты, комары какие. Звери просто. Не буду терять время, этот дубль заканчиваю. И потом, пока еще совсем не стемнело, меньше светочувствительность, еще один дубль сделать. Так, 10 августа 2020 год, Харьков. Луна взойдет аж после Марса сегодня. Утром снимал Венеру, сейчас Юпитер с Сатурном, просто красотень.